Дорогие товарищи, здравствуйте. 30 октября 2021 года. Утро. Я с товарищем Жуком Виктором Васильевичем приехали в сторону Мелового. Впереди нас два кургана. Это, Витя, скифский период, да? Ну так говорят, скифы строили. Сейчас мы сходим, подивимся сверху, что делается. Ребята, очень высокий. Вот, ребята, какой вид с этого кургана. Там прямо Суханово. Мы туда едем сейчас. Это Меловое. Вон Днепр. Тут раньше был сад сливовый. Я еще работал в милиции. Заезжали сюда за сливами. Но цель наша совсем другая. Вот смотрите, ребята. Что это такое? Это работа инопланетян. Да. Витя Жук говорит, это работа инопланетян. Ну, в кавычках, естественно. Это наших двухногих черных копателей работа. Выкопали шурф. Искали скифское золото. Естественно. Ну, Витя к этому вопросу скифскому скептически относится. Бог его знает. Никто не знает, чьи это курганы, когда построены, какими цивилизациями. Ну, наука говорит скифские. Бог с ним. Пусть будет скифские, хотя очень много вопросов, конечно. И вот этот курган находится под охраной государства. Это 100%. Ну, вы же видите, как все делается. Какая охрана. Какое государство, такая и охрана. Вот такие виды, ребята, кругом. Нора барсуков. Да. Но самое же интересное, ребята, шурф есть, и не такой он давний, а земли не видно. Куда же эти копатели выносили эту землю, непонятно, а? Так что, ребятчики, ладно, это для истории ролик, на память. Сегодня будем летать на дроне по балкам. Все, пока-пока, всего хорошего.